В Башкортостане стартовала предвыборная кампания кандидатов в депутаты Госсобрания Республики и местные советы. Сегодня Центральная избирательная комиссия провела встречу с представителями региональных отделений политических партий и разъяснила ключевые правила избирательного процесса и выдвижения кандидатов. Гражданин должен быть старше 21 года и не иметь второе гражданство. Ему необходимо задекларировать доходы, имущество, счета и ценные бумаги. На сегодняшний день уже три политические партии уведомили ЦИК о своих намерениях участвовать в выборах. Это партия «Единая Россия», это партия «Яблоко» и «Рэп Зеленая». В ближайшие дни мы ждем новых заявок от других тоже партий. Этап выдвижения своих кандидатов партиями начался 22-го. Вернее, вчера было официальное опубликование решения о назначении выборов, и по 23 июля этот этап продлится. То есть месяц у партии для того, чтобы выдвинуть кандидатов и представить все необходимые документы в избирательной комиссии. В Башкортостане зарегистрированы 24 региональных отделения политических партий. 6 из них представлены в Госдуме и Госсобрании, поэтому освобождены от сбора подписей за своих кандидатов. Остальным необходимо собирать голоса для того, чтобы участвовать в выборах. У нас 55 округов, мы готовы, но если не все 55, потому что не везде у нас есть, может быть, местное отделение, но 45 мы твердо выдвигаем округов. И, конечно, у нас есть региональные списки в каждом округе, и, соответственно, будет общереспубликанский список кандидатов. Как всегда, мы будем выдвигаться по всем округам. Сейчас вот начнутся у нас партийные мероприятия, посвященные отбору кандидатов. В единый день голосования 10 сентября состоятся 778 избирательных кампаний. Жители республики выберут 110 депутатов Госсобрания и более 7 тысяч представителей в местные советы.